получилось так, что, простите, у Рины родилась красивая принцесса Селена. Она была очень стеснивая. Из-за этого скрывала свое лицо всегда под палочкой. Кстати, интересный факт. Всегда, когда передают другому человеку палочка, палочка меняет облик. А вот у нее она поменяла. Есть много королев, которые не использовали вообще магию. Например, она только скрывала свое лицо веером. У нее родилась принцесса Эстрея, ну, королева. Она, например, тоже вообще не использовала палочку, в принципе. Она только ее рисовала, потому что она очень любила рисовать. А у нас родилась Комет, шеф-повар. Она очень, потому что любила готовить. И ее палочка – это скалка. Вот, и наконец-то у нас есть Мун. Но это не главная героиня, это мама главной героини. Но мы пролистаем дальше до нашей героини главной вместе. Вот и она. Стар. Ну, у нас есть последняя. И я покупайте эту книгу, потому что вы можете почувствовать себя принцессой, которая может придумать заклинание. Или что-то типа того, потому что я так ничего не запомнила. Покупайте книгу волшебства, она очень классная. Ну, кстати, вы ведь, наверное, задумались, а почему мальчик принцесса стала королевой? Потому что старшая. Ну, хотели бы поговорить в следующем ролике.